Кто-то фотографирует природу, кто-то людей, но есть те, чьи объективы направлены в небо. Авиаспотинг – наблюдение за самолетами и съемка их на фото и видеокамеры. Одно из самых необычных хобби. Так, в понедельник 30 мая рано утром в международном аэропорту Владивостока собралось около 50 человек, чтобы поснимать завораживающую посадку и взлет самолетов. На самом деле, это традиция давняя в аэропортах. Мы ее подхватили больше 10 лет назад. Мы проводим спотинги несколько раз в году. У нас уже очень серьезный, на самом деле, клуб друзей ВВО, фотографов и споттеров. Люди очень увлеченные, команда дружная. Вот сегодня у нас собралось около 50 человек. Бывало, что и побольше собирается. Люди приезжают из самых разных регионов. Есть спотеры, которые настолько увлечены авиационно-пейзажной фотографией, что прилетели на спотинг во Владивосток из других городов России и мира. Ну, мне очень нравятся самолеты, я их снимаю с 2016 года. А во Владивосток я давно мечтала попасть, но просто так прилететь возможности не было. Здесь совместилось приятное с полезным, то есть и спотинг, и посмотреть город. И есть, здесь есть авиакомпании, которые не летают к нам в Екатеринбург, «Аврора», например. То есть для всех местных они, «Аврора», как у нас там много местных авиакомпаний. А для меня это эксклюзив. Ну, знаете, в моей копилке порядка там 80 стран, где я был на спотинге. Как ни странно, ну, в России я много объездил, как ни странно, во Владивостоке я первый раз. Вот, когда услышал анонс, несмотря на то, что работал в Швейцарии, быстренько купил билет, прилетел, и пока не жалею, все великолепно. В России спотинг лучше всего, потому что здесь уникальные машины, здесь уникальная природа, здесь уникальные люди, поэтому я ни за что российский спотинг не променяю ни на что. Подход к съемке у всех очень различается. Кто-то собирает коллекцию фотографий одного и того же лайнера в разных аэропортах России и мира. Другим самолеты интересны изнутри. Некоторые чаще снимают спотеров и их эмоции, чем технику. Но всех их объединяет любовь к небу и к железным птицам. У меня парень пилот, он летает на К-32, и он мне рассказал вообще, что такое спотинг, научил фотографировать, и такой, типа, ну давай, съездишь, попробуешь. Ну вот, затянуло. Нужно уметь ловить момент, то есть самые интересные кадры получаются, когда, например, только вот шасси производит касание, или когда, например, самолет на рулежке поворачивает, и сфотать его очень ровно, прям вот, чтобы он красиво смотрелся, это не такая уж простая задача. Мне очень нравятся самолеты, нравится как они выглядят, нравится быть с ними рядом. И я фотографирую их и ношу свои эмоции положительные, ношу с собой. У нас есть вот сопки на фоне. У нас летает дальневосточная авиакомпания «Аврора», которой нет на Западе. Авиаспотинг – это не только фотография, но и возможность завести новых друзей, разделяющих общие увлечения. Погрузиться в необыкновенный мир авиации и найти повод для путешествия в другие страны для возможности съемки новых воздушных судов. Анна Дьякова, Олег Завьялов, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.